Радио Energy представляет новый сезон проекта «Песни на ТНТ». А прямо сейчас в эфире Radio Energy живое выступление участника второго сезона проекта, представитель команды Тимати Амчи. Амчи у нас в студии. Встречаем. Ждем тебя. Открытая здрасте. Студия. Здрасте. Привет, здрасте. Бро. Здрасте. Здорово. Здрасте. У нас видеотрансляция сегодня в группе Energy ВКонтакте эксклюзивно. Можно посмотреть не только в студии, но и там. Подключайтесь. Так, сейчас второй сезон, ну, все понимаем. Правильно, да, Амчи? Да, да, да. Ну, да. Как тебе проект? Как самочувствие? Супер, супер, очень круто. Мне все нравится. То есть раскрутился побольше, чем раньше, наверняка, да? Ну, прям прилично побольше. Нам как тебя лучше назвать? Амчи или... Амчи, Амчи. Амчи, окей. Слушай, сейчас же идет все дело к финалу у вас там. Особенно в команде Тимати. Сколько у вас там человек сейчас? Четыре. Четыре, да, финалисты? В команде Тимати. Четыре, да? Да? Как вот у вас отношения между участниками? Все дружат, все очень дружат между друг другом. Не только в команде, но и межкомандами. Я, кстати, был у вас в гостях, и действительно очень дружная атмосфера. Но смотри, вот некоторые песни ты исполнял на английском языке. Да. А как ты думаешь, английский язык не помешает ли тебе, то есть, стать, скажем, победителем? У нас проект в России проходит. Вот я уже начал на русском петь. Сестра. Инглиш задвинул. Ну не задвинул, нет, неправильно. Просто на русском еще начал петь. Ну когда я стану крутым артистом, я буду петь на любом языке мира, да? Да, по-любому. Окей, классная позиция. Вообще, многие хотят попасть в команду Тимати, да, Саймон, я насколько знаю? Но и их басты тоже хотят. Но на самом деле, как быть в команде Тимати? То есть, дедовщина есть? Что-то внутри, реально, что происходит? Блин, на самом деле все круто. Сначала вообще же не понимаешь, что будет. Но он с нами все время на студии тусует, Сам Тимати? Да. Тимати? Да ладно. Подсказывает, прям до 5 утра, до 6, строчки, до 7 утра, да? Сидит прям. Так, причем соображает больше других. В плане, он включен в работу полностью. Не то, что он приходит посидеть, просто сделать вид, что он там пришел. Да, он прям принимает участие в каждом треке. Слушай, вот у нас в фитнес-клубе есть правило. Опоздал на тренировку, отжимаешься 30 раз. У вас есть какие-то правила в команде Тимати особенные? Строгое правило, то есть чего нельзя делать, да? Мы не опаздываем. А, и Тимати сам тоже не опаздывает? Не, иногда бывает. Как вы наказываете Тимати, когда он опоздает? Уже никак. Уже никак, да? А он такой большой, да, показывает? Смотри, вот в проекте, да, все же как в одном сериале, где есть любимый герой, вдруг его и не стало. И также вот вы, вы летаете, а это тебя расстраивает сильно, то есть? Жестко. Я, думал, что не будет так. Но после первого концерта, когда вот уже пару ребят вылетели, такое состояние, ты вроде рад, что проходишь дальше, но в моменте прям очень грустно. А чей уход так сильнее всего переживал? До каждого вообще. Мы все друг к другу привыкли очень быстро. До сих пор в шоке. Да, до сих пор, Даже когда я был у них, у вас в гостях, я сказал, возьмите всех, как же так? Да, да, да. Слушай, Амчи, вот ты сам как считаешь, ты достоин победить на таком крутом проекте, где могут подарить, реально настоящую карьеру музыканта и проложить дорогу в большой мир шоу-бизнеса? Только честно. Ты достоин этого? Конечно. Каждый достоин. Хорошо. Это заявление. Это значит, мы сейчас послушаем твою песню. Да, мы ее ждали. И сейчас живой исполнение. Да, у тебя есть сейчас 30 секунд. Твои фанаты слушают тебя в эфире Radio Energy и видят в онлайн-трансляции в группе Energy ВКонтакте. Можешь к ним обратиться прямо сейчас. Куда? Туда? Туда? Вот тебя скрывают все камеры. Снимают все камеры. Спасибо большое. Вас становится все больше. Я немного в шоке, и мне очень приятно. Что, слушаем я песню под названием... Медленно. Медленно. Наш живой звук. Так. Готовимся к выступлению. Друг другу, и сложно это не шутка. Прости, если тебя обидел. Внутри меня стало так пусто. Давай никому не расскажем, что было и будет потом. У нас теперь только скандалы, и каждый пусть верит в свое. Молчи, мне сложно понять тебя и отпустить. Кричи, я, видимо, так и не понял.
Мне кажется, что это снится, и холод уйдет навсегда. Ты лучшее, что я увидел, пожалуйста, не начинай делать шаги ко мне заново, обещай, что все станет иначе. Я очень прошу тебя, хватит, мне так тяжело дышать. Растворяюсь в твоих зеленых глазах, это падение в вечность. Все, что близко тебе, душит меня. Это нечестно, ты бросил, потом выдать тебе шанс нежно обнять. Как же ты бесишь, я больше не смогу замолчать. Убивай мир медленно. Slowly, да? Kind of. Он, кстати, отлично на английском языке шпарит. Мы даже успели уже за кулисами пообщаться. За кулисами? Да. Ну что ж, давайте возвращаться сюда на сцену тогда. У нас видеотрансляция прямо сейчас в группе Radio Energy ВКонтакте. Открытая студия здесь, ребята. Да, дайте голос. Все здесь, молодцы. Дружище, Амчи, ты сам уже сегодня говорил, что... Уже не смешно, кстати. Да. Вот. И все команды дружат, ты сам сказал. Да. То есть команда Баста, команда Тимати. А вообще от Басты ты получаешь какие-то советы? То есть он подбадривает тебя или там типа иди. Ну, за кулисами иногда перекидываюсь словами, он ровно себя ведет. А, типа, ну, продолжаешься в том же духе или как? Ну да, да, да. Ну, как бы мы не разговариваем о том, о выступлении, я получаю комментарии строго после выступления, не всегда от него приятный, но... Не, ну это же все-таки, ну, после таких выражений ты уже лучше, наверное, станешь артистом. Ну, я привык, да. Ну, слушай, нормально. Амчи, спасибо тебе, это было реально крутое выступление. Спасибо. Сидел, казалось, сонный человек, в музыку влился, и сразу началось... Такой ран, да.